Герой Родины, как много в этом смысла. И честь, и храбрость в этих двух словах. Героями нельзя стать слишком быстро. Герой лишь тот, кому не ведом страх. Всем тем, кто храбро воевал с рогами, кто мужествен, решителен и смел, присвоить можно звание герою, и кто свершил немало важных дел. На белом свете есть слова, которые мы называем героически святыми. Это самое нежное слово «мама». Слово, при котором взрослый, хмурый человек улыбнется, где при любых обстоятельствах и через много-много лет готов увидеть героя своего времени, самого любимого, самого родного, самого теплого. Макеева Анна Васильевна, вдова участника Великой Отечественной войны, ветеран труда. Родилась 8 февраля 1925 года в деревне Бочкари. С малых лет судьба наделила ее испытаниями. Уже 10-летней юной девчонкой она трудилась на полях, а в 12 лет ей самостоятельно для работы вручили лошадь. Она и пахала, и копала, и хоть еще с трудом запрягала, но свои детские годы посвятила помощи своей семье, маме. Своей любимой маме Марии Ивановне. Так как отец Василий Петрович, пройдя гражданскую войну, очень болел. Известие о войне пришло, когда ей было 16 лет. В первый год Великой Отечественной войны отправили копать окопы за Сокольском, деревню Галкино. Зима была очень холодная, землю долбили пешнями. Весной направили на лесозаготовки. Так работали всю войну. Зимой пилили лес, а весной сплавляли по реке. Летом и осенью занимались полевыми работами. Как было плохо хлебом, вообще не было. Картошку купали, оставалось на поле. Осенью не успевали ее выкапывать. Весной ходили, ее выкапывали. А у нас уж крахмал. Собирали, это еще хорошо, крахмал это картофельный хорошо, а был это колоколец, мешали в хлеб, картошку терли теркой, хлеб пекли, а в колхозе-то было видно, немного испекут, намешают всякой сечины, вот так. Вот из жмы хлебной, это еще хороший хлеб. Он черный, он масляный, вкусный, можно было. Так что было очень тяжело, так было плохо. И после войны долго клевались, долго. А все зерно увозили, вот, как заготовку, все на фронт, все на фронт куда. И картошку возили, все на лошадях, и все возили, убирали, все грузили в борзи. И все увозили, а нам ничего не оставалось, а работать заставляли. Вот с 4 часов утра, это наш как было встать. Плохо есть было нечего. В 1961 году молодую Анну сосватали за вдовца с 6 детьми, которых она приняла, как своих в возрасте от 4 до 12 лет. Время воспитания проходило нелегко. Тяжело давалось матери прокормить и учить детей, а также привыкнуть и научиться их считать своими. Спустя время появилась у супругов 7-я дочь. Так Анна Васильевна воспитала 7 детей, награждена медалью за долголетний добросовестный труд и юбилейной медалью в честь победы.